пожаловать на мой канал, меня зовут Юля, и сегодня мы с вами посмотрим на мою коллекцию палеток теней. Давайте сразу же договоримся, то что для тех, кто является бьюти-голиком, моя коллекция покажется маленькой, я понимаю. И сразу свою защиту хочу сказать, то что это не все палетки, которые у меня когда-либо были, от части палеток я избавилась. Ну и плюс я не обладаю таким доходом, чтобы покупать все палетки, какие только выходят у нас на рынке. И во-вторых, той части людей, кто вообще не страдает по косметике, может показаться то, что косметики очень много. Поэтому давайте договоримся с вами сразу, то, что мы не кидаемся друг в друга обвинениями, зачем так много косметики и так далее. Каждый человек имеет право на свои хобби, и увлечение косметикой — это тоже хобби и коллекционирование. Отнеситесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Ну что ж, теперь давайте начинать. Я здесь разделила косметику на кучки. Вот эта кучка — это косметика люксового сегмента. И вторая часть — это люксовая и бюджетная косметика, которой я уже меньше пользуюсь, чем первой частью. Итак, давайте начнем с самого интересного, то есть люксового сегмента. Это то, чем я пользуюсь чаще всего. Вот здесь у меня находится Анастасия Беверли Хиллз, Шарлотта Тилбери, Наташа Денона, Huda Beauty и Lime Crime. Пожалуй, это те палетки, которым рука у меня тянется чаще всего. Давайте, пожалуй, начнем с Наташи Деноны, потому что в последнее время я ей уделяю очень большое внимание. На большую часть из этой косметики у меня было уже отдельное видео. Это было либо видеообзор, либо видеораспаковка. Итак, поехали. От Наташи Деноны у меня есть всего 6 палеток. С Наташей Деноной сейчас все обстоит очень занятно. У меня 2 мини-палетки, 2 полноразмерные палетки пятерки и также 2 просто мини-палетки на 15 оттенков. Крупных палеток за $120 у меня, конечно же, нет, потому что я пока что в своей бьюти-мании не дошла до такого. Давайте начинать с мини-палеток. Это Mini Gold и Mini Zenda. Эти две палетки — это, пожалуй, две мои самые горячо любимые палетки. Mini Gold у меня появилась раньше, это замечательная палетка. Я почему-то считала то, что мне эти оттенки не подойдут, потому что я боялась зеленого оттенка, который в повседневной жизни выглядит too much. И я очень боялась этого золота, потому что я не люблю золото на себе, и оно смотрится на мне как-то странно. Но в этой палетке настолько уникальные, глубокие, интересные оттенки, что они подойдут очень многим, и даже золото, пресловутое, нелюбимое мною золото, смотрится на глазах хорошо, и здесь я его полюбила. Очень хорошая палетка, легко тушуются матовые, в шиммеры рыхлые, они могут осыпаться, и больше того, именно это они и делают, но я этой маленькой палетке это прощаю. Отдельную любовь я питаю к вот этому оливково-зеленому оттенку. Он хорошо тушуется, он хорошо затемняет века, он не ложится пятнами, он не смотрится как грязь. Просто невероятно потрясающий оттенок. Если бы его выпускала не Наташа Денона, вполне возможно, что это была бы зеленая грязь навеки. Но здесь этот оттенок невероятно универсальный. Он подойдет и под светлую кожу, и под темную. И везде он будет смотреться хорошо, уместно и красиво гармонировать с внешностью. Вторая же миниатюрная палетка — это Mini Zenda. Она совсем недавно вышла. У меня был на нее отдельный обзор. Как я уже говорила в своем обзоре, мне очень нравится это серебро, которое под разными углами, под разным освещением выглядит то как серебро, то как зеленый оттенок. Сейчас вы, как видите, это чистое серебро, но если посмотреть на промо-фотографии у Наташи Деноны или же просто на фотографии у блогеров, то очень часто этот оттенок кажется именно зеленым. Вот этот оранжевый здесь просто ужасен, он не наносится. Задумка этого оттенка, видимо, в том, что это топпер, который нужно наносить поверх какого-либо другого оттенка, чтобы сделать его более сверкающим, более игристым. Но, честно говоря, ни как топпер, ни как самостоятельный оттенок мне это не понравилось. Коричневый шиммер очень сыпучий, но красивый. И 2 матовых оттенка здесь тоже невероятно красивые. Вот этот светлый на самом деле нифига не светлый и не розовый. Он скорее персиковый и достаточно насыщенный. А второй оттенок, оранжевый, он более темный, более коричневый. И он отлично подойдет как для растушевки, так и для затемнения. Кроме того, замечу то, что многие говорят, что качество мини-палеток отличается от больших палеток пятерок. И действительно,
действительно, качество теней очень отличаются. Отличаются и матовые, отличаются и шиммеры. Но при этом могу заметить то, что в этих двух палетках очень хорошие и качественные тени. Они стоят примерно 2000 рублей. И мне кажется, что они отрабатывают каждую вложенную в них копейку. Они не слишком дорогие, эту цену можно себе позволить. Но при этом они действительно хорошо работают. И это не как у Худы девятки, которые сделаны в Китае. Ничего не имею против Китая, но качество у них гораздо хуже, чем у обычных полноразмерных палеток Худы. Здесь же качество не теряется, что очень и очень важно. Следующие две палетки от Наташи Деноны, вот это палетка номер 9, а вот это Cranberry. Палеткой номер 9 я пользуюсь объективно чаще, она мне нравится больше, потому что здесь собраны шиммеры, я как последняя сорока, конечно же, обожаю шиммеры. Больше всего я обожаю вот эту античную оливу, невероятно глубокий, красивый и интересный цвет. Это просто что-то с чем-то, и в сочетании вместе с палеткой Mini Gold это просто бомба, это невероятная красота. Все остальные оттенки здесь средненькие, они хорошо наносятся, они красивые. Вот эти три оттенка, такие серебристые, они очень-очень тоже глубокие и красивые, они мне нравятся, но я просто не часто использую на себе подобную гамму. А вот этот бежевый оттенок мне не понравился вообще, хоть он и смотрится красиво на сводче, но на самом деле на глаза он вообще ни черта не наносится, и по крайней мере на мне, на моей внешности он не виден, поэтому с этим оттенком у меня большая-большая нелюбовь. Вторая полноразмерная пятерка это Cranberry, тоже очень красивая ягодная палетка, я ее взяла вместо палетки номер 2, а здесь очень хорошие матовые, они не столь яркие, как они видны в рефиле, они на самом деле хорошо смотрятся в тушевке, особенности вот этот красный я пробовала нанести в тушевку, я сначала боялась, думала, что у меня будет просто красное воспаленное веко, но нет, этот оттенок был при тушевке больше похож на нежно-розовый, и все в итоге выглядело хорошо. И шиммеры. Шиммеры здесь, конечно, красивые, бежевый шиммер здесь более удачный, чем в предыдущей палетке, но все же формула данных шиммеров меня скорее расстраивает, потому что они очень быстро исчезают с век, и интенсивность макияжа к середину дня уже не такая, какой она была при свеженьком, только что сделанном с пылу с жару макияже. Поэтому палетка красивая, но уж очень она яркая для повседневной жизни, и потому рука к ней тянется нечасто. И последние две палетки от Наташи Деноны, это палетки Glam и Bronze. На обе палетки у меня был отдельный обзор, оставлю обязательно ссылочки в инфобоксе. Палетка Bronze мне нравится больше, несмотря на то, что она обладает целой кучей недостатков. Но при этом это очень красивая, бронзовая, теплая, знойная палетка. Очень красивый здесь оттенок Bliss, который на самом деле является дуохромом. Он, как видите, уже чуть-чуть подзапекся, но это не страшно, он все еще красиво наносится. Кроме того, здесь потрясающий, невероятный оттенок Rhodium, который дает просто какой-то ночной космос у вас на веки. Это действительно космос, это не серый оттенок. Он и не фиолетовый, он и не черный, это помесь всего и еще и с блесточками. Это россыпь блесток, как россыпь звезд. В общем, это навевает мне вдохновение и красоту, но из-за того, что он такой необычный, им, конечно же, каждый день не попользуешься. Как всегда, здесь хорошие матовые, но шиммеры здесь, конечно, страдают. Страдают они в основном потому, что они очень-очень похожи на веки друг на друга. Практически все они выглядят на самом деле одинаково, и красивый переход из одного оттенка в другой ты не сделаешь. И палетка Glam у меня, конечно же, тоже вызывает много эмоций. Красивейшая гамма, но, к сожалению, эти шиммеры очень дешевят макияж. Не знаю, что с ними приключилось, почему здесь формула так сильно отличается, но лично мне макияжи с этими шиммерами не нравятся, они дешевят макияж, и помимо всего прочего, они еще и плохо держатся. К середине дня этих шиммеров навеки уже как не бывало. Эти тени начинают смотреться в середине дня, как тени Essence. Но, простите, это не Essence, это Наташа Денона за 5000 рублей. И поэтому я на эту палетку очень зла, и за ее стоимость я ей этот недостаток не прощаю.
Следующие две палетки — это Huda Beauty новый нюд и Rose Gold Palette Remastered. Вот эта палетка Rose Gold мне нравится больше всего у Huda. Она невероятно красиво оформлена, вы только посмотрите на эти розы, просто что-то с чем-то. И внутри оттенки тоже более чем универсальные и подойдут под вкус практически любой девушки. Здесь у нас есть и повседневная гамма, и розовая, и более оранжево-кирпичная, и золотистая. Все, что хочешь, у тебя здесь есть. Есть холодные оттенки, есть теплые. Я, к сожалению, в последнее время я крайне редко ею пользуюсь, потому что мое внимание сейчас полностью на Наташе Деноне, как я уже сказала, но при этом эта палетка не теряет своей актуальности, и она все еще безумно хороша. Больше всего я, пожалуй, как сорока тянусь к вот этим двум оттенкам Rose Gold и Pink Diamond. Невероятно красивые оттенки, которые создают навеки действительно эффект сияния и бриллиантов. Палетка Новый Нюд у меня пользуется уже меньшей популярностью. Это хорошая по качеству палетка, но, к сожалению, ее оттенки у меня не пользуются популярностью. Не пользуются почему? Во-первых, я устала от розовых оттенков, и далеко не каждый день хочется их делать. И даже если вы захотите сделать не розовый макияж, с этой палеткой у вас это не выйдет. Кроме того, вы можете видеть по состоянию этой палетки, что тени достаточно пыльные. И это при том, что я ее полчаса назад протирала. Что случилось за эти полчаса с ней, непонятно. Глиттера я здесь вообще не использую, потому что я терпеть не могу глиттеры, эти крупные блестки, которые отваливаются, постоянно валяются у вас под глазом, которые трудно смывать. В общем, не люблю я эти вещи. А самые интересные оттенки, то есть запеченная фольга, это новая формула Huda Beauty, когда она выпускала эту палетку, оттенок Charmed, Fantasy, Crave и Daydream. Эти оттенки, конечно, симпатичные, но они, как видите, затерлись, и затерлись они очень быстро, их трудно набирать, со временем их все труднее и труднее набирать, и мне, честно говоря, по утрам просто не хочется с этим заморачиваться, с этими натираниями, наслаиваниями и так далее. Хочется просто взять палетку, которая будет быстро, хорошо и просто работать. И, как правило, это не новый нюд. И последняя палетка в этом ряду — это Lime Crime Venus XL 2. Безумно тоже она красиво оформлена. Вы посмотрите только на это сочетание розового и неоново-зеленого. Это когда ты смотришь на это оформление, у тебя не остается сомнений о том, что она божественна, просто божественна. Я очень долго хотела себе эту палетку, присытившись розовыми и оранжевыми оттенками, и в основном меня манили, конечно же, эти невероятные зеленые оттенки. Этой палетке очень многие блогеры пели оду любви. Я не совсем согласна с тем, что это такая любовь и такое потрясающее качество. Мне здесь нравятся матовые, но они на мой вкус суховаты, откровенно говоря. А шиммеры вообще плоховато, честно говоря, наносятся и плоховато держатся. Если утром я наношу шиммеры, в частности оттенок Миф или Айви, смешиваю вместе с Лаурель или Локуст, то, к сожалению, в середине дня и уж тем более в конце дня не остается красивых переходов, не остается зеленых интересных оттенков, просто остается лишь какое-то напыление от этих оттенков, как будто бы я 3 часа стояла под ветрами, и они сдували с меня все, что только могли. Поэтому я не могу спеть такую оду любви этой палетке, как ее поют другие блогеры. Переходим, пожалуй, к следующему ряду. И здесь у нас две палетки Charlotte Tilbury и Анастасия. Давайте разберемся пока что с самым меньшим, то есть с Charlotte. Здесь у меня 2 четверки. Первая — это Exaggerated Eyes, и вторая — это Mesmerizing Maroon. Exaggerated Eyes — это моя первая палетка. Я с ней прошла огонь, воду, медные трубы. У меня была к ней полная ненависть. Теперь у меня к ней полная любовь, в общем, очень непонятная палетка. На самом деле тени Шарлотты — это полупрозрачные тени, они ни в коем случае не акцентные, поэтому кого-то это может очень обрадовать.
Но также кого-то это может и очень сильно разочаровать. Я эту палетку, как я уже говорила в одном из предыдущих видео, использовала, когда я пошла сниматься в рекламе. И именно это дало мне понять то, что эти тени нужны тогда, когда вы хотите красивый, спокойный, качественный, неакцентный макияж. Поэтому сейчас я эту палетку люблю, но она, конечно, тоже не отличается особо хорошей стойкостью. И вторая палетка Mesmerizing Maroon, это новая палетка у меня в коллекции. Ею я пользуюсь примерно месяц-полтора, пока что не могу сказать, любовь или ненависть. Очень странная палетка, с одной стороны, мне не нравится до конца то, что у меня с ней выходит, но с другой стороны, когда в течение дня я подхожу к зеркалу, я все же понимаю то, что, блин, а красиво-то выглядит макияж, красиво, поэтому очень у меня к ней странное отношение. Фиолетовый матовый оттенок здесь очень-очень полупрозрачный, но при этом он не оставляет пятен, когда тушуется. Ну что ж, а теперь у нас Анастасия. Сразу скажу, что у меня было отдельное видео про палетки Анастасии Беверли Хиллз, поэтому сейчас я долго про них рассказывать не буду, постараюсь сделать все максимально быстро. А сама тем временем наверняка буду говорить 15 минут, как обычно. Ладно, единственные палетки, которые у меня не было в видео про Анастасию Беверли Хиллз, это Carly Bible. Ее я купила чуть позже. И на самом деле я не так впечатлена этой палеткой, как мне бы того хотелось и как ожидалось. У палетки очень интересная гамма, одна одновременно и теплая, и холодная. Здесь невероятно красивые шиммеры, но что мне не нравится, это то, что большая часть здесь шиммеров очень сомнительная. Формула оттенка Боули и Мандала мне не нравится вообще. Они полусухие, они трудно набираются и трудно отдаются. Вот эти два оттенка и нижние три шиммера, они уже по другой формуле сделаны. Они более сыпучие, они любят осыпаться. Они, с одной стороны, выглядят красиво, но, честно говоря, мне они просто не очень подходят. Поэтому у меня рука к ним и не тянется. Иными словами, эту палетку я использую редко, и у меня даже есть мыслишки ее продать. Но пока что я не могу на это решиться, пока что я все еще пытаюсь с ней подружиться, но, скорее всего, рано или поздно я ее продам. А палетка с Джеки Айне, пожалуй, одна из моих любимых палеток, потому что у нее необычнейшая гамма, она очень яркая, но при этом она безумно интересная, нестандартная, не в каждой палетке ее встретишь. Невероятно красивый оттенок Zen, которому я уже устала петь оду, это невероятно красивый оранжевый шиммер, блестяшка. Вот если вы сорока, то этот оттенок для вас. Здесь красивый фиолетовый оттенок, который я не использую. И также здесь очень красивый оттенок Sponsored. Это коричнево-зеленый дуохром. Смотрится невероятно красиво, но при этом все-таки я его редко использую, потому что он уже очень своеобразный и слишком он яркий для повседневных макияжей. Следующая палетка это Soft Glam, ее я использую достаточно часто, чаще всего здесь рука у меня тянется к матовым оттенкам, потому что эти матовые очень хорошие по своему качеству и подойдут практически к любой палетке. К сожалению, шиммеры в этой палетке мне нравятся меньше, потому что они мне просто не подходят. Два оттенка Glistening и Fairy на мне смотрятся так, как будто бы я заболела. Оттенок Rose Pink ничего, но на мне он уже очень плохо смотрится, на мне он не контрастирует, не гармонирует с внешностью, на мне он сливается с моим веком. И два оттенка Sultry и Bronze, пожалуй, мне здесь нравятся больше всего, потому что на моей внешности они смотрятся хоть как-то заметно, и с ними можно сделать хоть какой-то интересный макияж. Все остальное на мне смотрится хуже, чем хотелось бы. Палетка Narvina. Narvina это моя боль в одном месте, это заноза в одном месте. Почему? Это моя первая люксовая палетка, которую я приобрела. Как до сих пор помню, я ее купила 2 или 2,5 года назад, когда мы с молодым человеком ездили в Венецию. Она тогда только вышла, я специально нашла Sephora и на последние деньги ее себе приобрела. Была безумно рада, первые полгода я вообще пользовалась ею взахлеб, и счастью моему не было предела.
Но потом идиллия разрушилась, потом я стала покупать другие палетки, тоже из люксового сегмента, в том числе и Анастасию Беверли-Хиллз я стала дальше покупать. И я поняла то, что на самом деле формула конкретно у этой палетки мне не нравится совсем. Во-первых, здесь крайне жесткая кисть. Не знаю, с чем это связано, в других палетках кисть мягкая, нежная, но в этой палетке она колючая, как ежик. Шиммеры здесь крайне сильно осыпаются. Они жутко сыпучие, и кроме того, они не просто жутко сыпучие, они еще осыпаются именно в глаза и режут глаза. Я много раз имела дело с сыпучими тенями, с теми, которые осыпались в глаза, с теми, которые осыпались под глаза, но никогда, никогда у меня не было режущего ощущения в глазах. Нет, вру, было Смирнович, но это было уже позже. Иными словами, эта палетка мне просто некомфортно стала на глазах. Быть может, первое время формула была мягче, и поэтому первые полгода у меня с ней все было хорошо. Но также, быть может, просто сыграло роль то, что это была моя первая люксовая палетка, и это затмило мое мышление. Иными словами, здесь потрясающая гамма. Я до сих пор храню и не продаю эту палетку из-за гаммы, потому что я в нее влюблена, это что-то с чем-то, но, к сожалению, именно из-за ее формулы я ею не пользуюсь. И последняя палетка от Анастасии Беверли-Хиллз, это коллаборация с блогером Амрези. Очень-очень я ее люблю. Красивейшая гамма, потрясающая. Меня как сороку, конечно же, манят вот эти три розово-фиолетовых оттенка. Я их тут обожаю всей душой. Они очень пигментированные, очень красивые. Они хорошо наносятся. И если вы сорока и любите такие оттенки, то вам сюда. Если же вы не сорока, то в таком случае, скорее всего, к этой палетке у вас не будет тянуться рука, потому что она хорошая по качеству, но для повседневной жизни, если вы все-таки не сорока, а человек, то вам здесь мало какие оттенки действительно пригодятся. Это будет оттенок Нью-Йоркер, OG, 1988 и Юго. Также, скорее всего, будете использовать оттенок Джорджина и, может быть, Dragon, но все остальное для вас будет бесполезным, поэтому не сороком к этой палетке просьба не обращаться. Теперь давайте переходить ко второй части. Вот здесь у меня лежат палетки из бюджетного сегмента, и которыми я пользуюсь действительно. Здесь у меня лежат палетки и из бюджета, и из люкса, но которыми я практически не пользуюсь и которые я подумываю куда-нибудь пристроить. Давайте, конечно же, начнем с хорошего, с того, чем я пользуюсь. Палетка Wet n Wild Rose in the Air. Это хорошая, повседневная, бюджетная палетка. У нее классное качество, тени полупрозрачные, но при этом они легко наносятся, легко тушуются, нигде не залипают. Поэтому, если вы любите полупрозрачные, простые повседневные тени, то эта палетка может вам подойти. Эту палетку также называют бюджетным аналогом Анастасии Беверли-Хиллз Modern Renaissance, чем я кардинально не согласна, потому что эта палетка все-таки сильно уступает по качеству. Modern Renaissance – это пигментированные тени. Здесь же, как я уже сказала, пигментация полупрозрачная. И такого же качества здесь вы не добьетесь. Следующая палетка – это Evelyn Sunrise. Про нее я вам рассказывала уже 1000 раз. В последнее время у меня рука к ней не тянется, потому что я с ней наигралась, и у меня сейчас много других теней, но она все еще хороша, я все еще ее храню и даже не думаю кому-либо отдавать, потому что она действительно хорошая. Дальше у меня Бернович. Это не отдельная палетка. Отдельная палетка будет чуть позже. Это у меня набор однушечек. Однушки я в этом видео не показываю, но раз уж у меня здесь все собрано в одну палетку, то так и быть покажу. Сюда, в эту палетку, я впихнула те однушки, которые мне нравятся больше всего и которыми я буду пользоваться. Это, конечно же, оранжевый и розово-сиреневый. Как вы видите, гамма моя не меняется с годами. Я все еще тянусь к этим оттенкам. Быть может, лет через 10 я и сменю гамму. Но пока что моя любовь — это вот такие оттенки. Оттенки яркие, оттенки классно наносятся, они пигментированные, они стойкие, но они осыпаются, они могут оставлять
тинт на глазах, и также очень больно их смывать. Это как раз таки те тени, которые осыпаются в глаза и режут глаза, что самое страшное. У меня после этих оттенков порой бывает сильное раздражение на глазах, и поэтому я их часто не использую, потому что все-таки переживаю за свое здоровье и за свое зрение. А вот и ColourPop Going Coconuts. Это единственная палетка от ColourPop. Я знала то, что она в целом неплохого качества для ColourPop, и меня также привлекла гамма, поэтому я ее и заказала. Это красивая повседневная гамма. Отличная палетка для простых макияжей, для обычных людей, не визажистов. Визажистам я не посоветую подобную палетку, потому что все-таки это качество, ну, не дотягивает для клиентских макияжей, на мой взгляд. Но для повседневной жизни это действительно красивая палетка. Шиммеры здесь осыпаются, матовые хорошо тушуются. В целом с ней все хорошо, она бюджетная, классная, но не для визажистов. Но должна добавить, что бюджетность этой палетки все-таки при современном курсе находится под большим вопросом. Но если мы абстрагируемся от курса рубля и посмотрим просто на цену в долларах, то это действительно достаточно бюджетная палетка. Следующая палетка — это тоже Бернович Сансара. Очень красивая, холодная палетка. У нее интересные оттенки, но я ею не пользуюсь и даже подумываю, быть может, кому-нибудь отдать. Хорошие матовые, но порой с ними случаются конфузы. Иногда они мне нравятся, а иногда получается так, что я стираю макияж. Хорошие мягкие кремовые шиммеры, но рука, как я уже сказала, не тянется. Revolution. Очень интересная палетка. Я давно слышала про тени Revolution, про их интересное качество, которое скачет от одной палетки к другой. Больше того, у меня была еще одна палетка Revolution, которую я показывала в видео про косметику с Wildberries, но, честно говоря, я все же от той палетки избавилась. А вот эта палетка у меня все еще осталась. Она очень красивая, у нее универсальная, интересная гамма. Она подходит на каждый день. Она подходит и на вечерние макияжи, на более яркие, на более полупрозрачные. В общем, что захотите, то вы с этой гаммой и сделаете. Универсальная, классная. Лично мне понравилось качество этих теней. Не могу сказать, что у меня тянется к ней рука, но при этом не могу также сказать абсолютно ничего плохого про эти тени. Они немножечко суховаты на мой вкус, потому что та же самая Анастасия, под которую эта палетка и делалась, более кремовая и более нежная, здесь же более сухая формула, но при этом это все еще хорошие тени, которые стоят 500 рублей. За 500 рублей я считаю, это очень даже неплохой экземпляр. И последние две палетки — это Эвелин, Руби Гламур и Чарминг Мока. У меня был отдельный обзор на каждую из этих палеток, тоже все ссылки, повторяюсь, оставлю внизу. Чарминг Мока я люблю всей душой, это действительно классная палетка, и качество ее отличается от Руби Гламур. Кто-то со мной согласен, кто-то нет, но на мой вкус все-таки есть большая-большая разница между этими палетками. Здесь в Charming Mocha потрясающая дневная повседневная гамма. С этой палеткой вы также можете сделать полупрозрачный дневной макияж, можете сделать более яркий макияж дневной, можете сделать вечерний макияж. В общем, все, что вы захотите, вы можете сделать с этой палеткой, если вас, конечно же, привлекает вот такая теплая гамма. Очень красиво подписаны эти оттенки. Я обожаю кофе, поэтому, когда я читаю все эти латте, капучино, мокко, макачино, я схожу с ума, мне хочется кофе. Меня вдохновляет эта палетка, она красивая, она классная. Но рука к ней в последнее время не очень часто тянется. Однако за свои 600 рублей это великолепнейшая палетка. Если меня кто-то будет спрашивать, какую бюджетную палетку купить, вот этот экземпляр будет одним из первых, которые я порекомендую. И вторая палетка, Ruby Glamour, эта палетка выполнена абсолютно в том же стиле, что и Charming Mocha. Она запускалась, по-моему, на год позже, но лично мне она не очень понравилась. Не понравилась чем? Во-первых, здесь очень яркий запах, причем приторный. Во-вторых, здесь тени немного другие. Можно убрать отсюда хвост, спасибо. Коты гуляют тут по кухне, поэтому извините.
Здесь качество теней все-таки не такое. Шиммеры здесь абсолютно другие. Больше того, формула этих шиммеров отличается в этой палетке. Вот эти два шиммера кремовые, другие три шиммера более сухие. Самый красивый шиммер Rose Diamond, конечно же, плохо набирается и плохо передается. Его я без клея для глиттера вообще не могу нанести так, как я хочу. И все остальные оттенки тоже, ну, матовые здесь неплохие, но все же меня сердце так и не пропиталось любовью к этой палетке. Ну и последняя кучка палеток, это кучка палеток, которые я не очень люблю по какой-либо причине и которые я, скорее всего, отдам. Уже в сотый раз показываю вам несчастную Naked Basics 2 от Urban Decay. Давным-давно я ее купила на скидках, это тоже была, по-моему, одна из первых моих люксовых палеток теней. Она красивая, она универсальная, у нее очень хорошая гамма, очень легкие в использовании тени. Я как раз таки брала эту палетку в путешествие, потому что она маленькая, не занимает много места, с ней нет проблем, и достаточно взять к ней всего 2-3 кисточки, и макияж глаз у вас всегда готов. Но она изжила себя, и я ею просто-напросто не пользуюсь, поэтому подумываю ее кому-нибудь все-таки отдать, чтобы она жила. Вторая палетка — это Sparkle от Evelyn, на нее тоже был отдельный обзор, очень красивое оформление, вы только посмотрите на вот это. Боже мой, какая красота! Я обалдею на самом деле с этого оформления, это по-детски, я знаю, что это по-детски, но при этом это все же безумно красиво, и даже можно релакснуть, когда ты смотришь на эту палетку. Но, то, что внутри, меня радует уже гораздо меньше. Радует меньше чем? Во-первых, тем, что это оранжевая палетка. Она вся рыжая, откровенно говоря, я устала от этих рыжих теней, и поэтому у меня рука к ней не тянется. Кроме того, формула теней здесь более сухая, чем в той же Charming Mocha. И так как у меня есть другая палетка, в которой оттенки мне нравятся больше и в которой формула мне нравится больше, то, соответственно, необходимость в этой палетке полностью отпадает. Про следующую палетку я даже говорить не буду. Это NYX, она мне попалась в бьюти-боксе от Марка Кауфмана. Этой палеткой я даже ни разу не пользовалась, во-первых, потому что всего лишь сделав свотч, я поняла, что это совершенно не моя формула, то, что она мне не нравится категорично. Во-вторых, я не люблю NYX, и в-третьих, уж тем более, я не хочу использовать подобные оттенки. Поэтому эта палетка практически нетронутая, лежит у меня в боксе косметики, которую я потом отдам. Следующая палетка — это Color It Rain. Эту палетку я показывала в видео про фавориты Lenski Beauty. Это было очень древнее видео, оно снято 1,5-2 года назад. Честно говоря, с тех пор я этой палеткой практически не пользовалась. Матовые здесь хорошие, но на мой вкус они суховаты. А шиммеры мне здесь просто не нравятся по формуле, потому что формула здесь более сухая, чем я люблю. И оттенки здесь тоже сомнительные. Вот этот оттенок на мне откровенно плохо смотрится. Красный и такой золотой я просто не хочу. И, ну, не моя эта гамма, и все. Можно, конечно, спросить, а на кой черт я ее купила? А купила на тот черт, что это был фаворит Lenski Beauty. Мне очень хотелось ее попробовать, потому что Лена очень хорошо ее описывала. Но после покупки я поняла, что это совершенно не мое, и стараюсь впредь не совершать таких покупок. Следующая палетка — это Evelyn Angel Dream. На самом деле это хорошая по качеству палетка. Она полупрозрачная, она абсолютно повседневная. Если вы любите полупрозрачные повседневные тени и вот такую гамму, то смело берите, вам понравится. Но лично для меня она не работает, потому что, во-первых, я не люблю полупрозрачные тени, а во-вторых, у меня, как видите, полным-полно других теней. И когда у меня есть выбор из всего вон того и Angel Dream, я выбираю, как правило, что-то другое. Следующая палетка тоже лежит у меня на раздачу. Это Evelyn Warm Spectrum. Очень давно я ее думаю отдать, но, к сожалению, так пока никому ее и не пристроила. Хорошая палетка с классными матовыми. Это была
Первая палетка, скажем так, middle сегмента. Я не считаю эту палетку масс-маркетом, потому что цена у нее все же чуть дороже, чем масс-маркет. Здесь хорошие матовые, неплохие шиммеры, но после Анастасии Беверли Хиллз и Наташи Деноне рука к ней не тянется совершенно. Следующая палетка — это Фокалюр, наш китайский любимый Фокалюр. Она называется Sweet as Honey, и вы только посмотрите на эту красоту, это что-то невероятное, потрясающее, безумно она красива, просто до ужаса красива. Нет, на самом деле палетка неплохая, у нее классные матовые, я просто в восторге от вот этого оттенка Turkish Rose, он потрясающе смотрится на веках, это просто какое-то божественное прикосновение розы турецкой к твоему веку, действительно потрясающий оттенок, но мне не нравятся здесь шиммеры, они слишком сухие, они полупрозрачные, их практически не видно, и без клея для глиттера я эти шиммеры не воспринимаю. И именно поэтому я хочу отдать эту палетку тому, кому она будет больше нравиться, потому что клей для глиттера постоянно использовать я, конечно же, не очень хочу. Палетка от Time Magic — это тоже китайская палетка, ее я тоже отложила в бокс на раздачу, никак до сих пор не отдам. Хорошая палетка, неплохие матовые, очень классные вот эти шиммеры, это действительно кремовые шиммеры с текстурой нежной фольги. Безумно классные, но здесь есть большая проблема в сочетаемости оттенков, потому что некоторые оттенки между собой дружат хорошо, это касается и шиммеров, и матовых, а некоторые между собой наоборот не дружат вообще, и выходит грязь, и выходит что-то очень страшное и плохое. Ну и последний экспонат моей коллекции — это Tati Beauty. Тати — это очень сложная тема, как вы все знаете, после одного из моих видео про ее иски судебные у меня отношение к этому блогеру изменилось, но еще до того, как возникла вся эта история, я этой палеткой практически не пользовалась. У этой палетки очень классная и интересная задумка, нижний ряд — это матовые оттенки, следующий ряд — это формула Sequin, то есть матовые оттенки с блестками. Следующий ряд — это шиммеры, и самый последний — это глиттеры. И кроме того, все, как вы видите, тоже разбито еще и на ряды по определенным цветам. Красный, светлый, бежевый, оранжевый, коричневый и черный. Очень классная задумка, мне она действительно понравилась, но в действительности палетка для меня не стала рабочей. Во-первых, почему? Матовые оттенки здесь чуть-чуть суховаты, формула Sequin вообще странная, блестки видны на сводчах, но на веки они первое время есть, потом быстро исчезают или же опадают, поэтому это что-то такое сомнительное. Эти шиммеры, они тоже как-то странно на мне смотрятся и быстро тускнеют, поэтому я их не часто использую. А глиттеры? Глиттеры красивые, вне сомнений, это мои самые любимые глиттеры из всех, которые я пробовала. Но рука к ним не тянется, потому что это все-таки очень яркие макияжи, которые часто ты делать не будешь. И кроме того, как вы можете видеть по состоянию палетки, на самом деле тени достаточно сыпучие и блестки летят во все стороны. Как вы видите, вся палетка на свету переливается этими блестками. Хотя пользовалась я этой палеткой максимум раз 10. И вот это ее состояние. Представьте, что будет, если пользоваться ей ежедневно. Ну что ж, а это была вся моя коллекция теней. Повторюсь на всякий случай, то, что для бьюти-голика коллекция у меня маленькая, потому что, во-первых, я не все скупаю, что-то я понимаю, что мне точно не подходит, я не беру. Какие-то палетки я не покупаю, потому что я не обладаю таким доходом в своей семье, чтобы скупать их в таком большом количестве. И некоторые палетки, как я уже сказала, которые у меня были, я
я кому-то подарила. Там была еще, по сути, одна стопка вот такая палеток. Это были палетки Essence, Catrice, это были Kiko Milano, Too Faced я тоже отдала. В общем, много чего я раздала, просто потому что этим не пользовалась, и оно мне не подходило. И сейчас моя коллекция выглядит таким образом. Кроме того, конечно же, я уже положила себе в корзину новые 4 палетки, которые я хочу приобрести и, конечно же, приобрету. И еще раз повторюсь, если кто-то считает, что это слишком много косметики, пожалуйста, проявите понимание, у всех людей разные хобби, и каждый имеет право тратить свои деньги так, как хочется конкретно ему. Кто-то скупает почтовые марки, кто-то картины, у кого-то коллекция, не знаю, кукол и всего прочего. У меня же коллекция теней и косметики. Я же коллекционирую не все подряд. Я оставляю только ту косметику, которой я хочу пользоваться, и ту косметику, качество которой меня устраивает. Это очень важный момент. Поэтому моя коллекция косметики будет только расширяться. Ну что ж, спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно было для вас полезным и интересным. Если это так, то не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк, и всем пока-пока!